И всем привет, с вами Растин, это Лемонкрафт, и мы начинаем. Так, не то, погода сегодня не ас, но мы знаем, чем заняться. Сегодня мы продолжим изучать ботанию и познаем, что значит магия феи. Не той феи, которую вы подумали. Для него нам понадобится 5 видов рун, но я сделал только 4. То есть не хватает еще одной. Руна маны, руна воздуха, руна земли, руна воды. И еще одна руна, руна огня. Все 4 стихии и еще до руна маны. Ну, мне еще не хватает лазурита. Где его взять? 8. Так, это не то. Вот и делается наша последняя руна. Для нее нам понадобится жизни камень и посох леса. Ждем. Я сказал, ждем. Ладно, это будет долго. Остается еще чуть-чуть. И вот готово. Создаем. Руна огня создана. Ты дурак? Ты дурак? Дядя Петя, ты дурак? Куда отправляешь ману? Вот сюда я отправляю, правильно. Нужно больше маны в бассейне. Так, а где у нас будет эта штука, что будет создавать нетеросталь? Наверное, я тут немного расширю территорию и создам где-то здесь. Да, так я и сделаю. Немного побродив в шахте, я нашел немного лазурита. Надеюсь, мне этого хватит. Есть вероятность, что, возможно, даже и не хватит. Меня это больше всего волнует. Наблюдаем за нашими деревьями и не замечаем никаких изменений. Да, хоть у меня и появилось раз новое дерево, два новое дерево, но... А где дальше-то изменения, эй? Может, из-за того, что тут часто ночь? Вероятно, ладно, подождем еще немного. Я подумал, что я могу не ждать, так как все вернулось на свои места, и можно попробовать. Все выкладываем, нажимаем... А, ничего не нажимаем, да, тогда просто ждем. Надеемся, что вещи не... Фига себе, как быстро мана уходит. Отпусти и забудь, ману больше мне не вернуть. Эх. Вот облом. Жаль. Надеюсь, маны должно хватить, в этом я уверен. Главное, чтобы со спины никто не подошел. Да? О, да, классно. Первая тиросталь. Смотрим, для чего она нужна. Ну, во-первых, это создание портала. А что это за штука, мне неизвестно. Хочу себе этот топор. Мне неизвестно. Можно потом будет скрафтить тиролезвие, хотя... Мой меч все равно намного лучше. Думаем, где будет размещаться наш портал Вильхейм. Я думаю, что размещаться он будет где-то в этой области. Точно не в той, но в этой. Так что, надеюсь, там не надо. Я упал. Территорию расчищать смотрим, но в принципе немножко расчистить и будет нормально. Ядро эльфийских врат сделано и два последних пилона маны тоже сделано. И последний таль раз. Структура построена и теперь выполним достижение не трачу ничего. Оля, нет. Я думал получится выскочить хоть на секунду, хорошо. Теперь мы размещаем тут распространители маны, делаем такие же цветы и повторяем ту же самую структуру. Но крафтить еще раз две такие штуки, ну даже не знаю, может есть другой какой-нибудь вариант, чтобы мана поступала, и они не ломались. Нужно что-то будет придумать, точно. Если посмотреть, то эти семена продаются, то есть две штуки... Ну, в принципе, это возможно. Две еще. Еще это три цветка получается. Ну, в принципе, это возможно. Но что-то как-то дорого. Я потрачу 60, 90, 120. Да, ну... Примерно 250 монет. Я могу за столько купить себе квантовую броню. И что мне делать? Либо париться и просто каждый раз добавлять угля. Но тогда мне придется делать вот... ту конструкцию. Да. Хотя она и работает недорого. Только вот листа почему-то не исчезает. Хорошо. Я подумаю. Уже поставил наши жизни блоки делаться. Как мы посмотрим, у меня нолик. А, я не смотрел, как эта конструкция крафтится. Ну-ка посмотрим. Так, 4 лазурита. Да, в принципе, мне хватит. Вот, уже и преображается. Как красиво все делается. Как я их поставил, так они делаются, верно? Хорошо. Собираем.
Я понял, что тут некоторые странности. К примеру, я беру искру, ложу в первый бассейн, где есть мана, и она не отображается. Я тыкаю правой кнопкой мыши куда угодно. Вот, и она появляется. Я ставлю ее сюда, и она остается здесь. Нажимаю вот сюда, все правильно, в принципе. Как все красиво. То есть теперь отсюда мне нужно перечерпать вот сюда. Придется крафтить планшет маны. Ё-моё, что за баги странные. Хотя я могу сделать планшет маны, но не перечерпывать. Оставить его на будущие времена и просто заполнить сюда маны и передавать. Это же гениально. Зато больше маны будет, точно.